ведь сделавшие свой заказ выбирают именно бренд Бенитро-Бени. Прямо сейчас мы предлагаем вам новинку. Это платье Адония. Это главный товар дня. И мы получили на это платье, внимание, дополнительную скидку, но только на один день. Еще с самого утра цена была 3990 рублей, а сейчас уже 3499 рублей. Эффектно сочетается с пальто, с кардиганом. Да и само по себе это платье просто настоящая роскошь для каждой женщины. Наша Ольга выбирает вместе с пальто Даниэла. Причем посмотрите, как эффектно красный цвет пальто смотрится на фоне женственного платья с флористическим принтом. Я как стилист всегда, когда, например, приезжаю на разбор гардероба и вижу, что, например, у женщины нет платья, то вот всегда рекомендую начать знакомство с платьями именно в подобном формате, потому что здесь сразу несколько стилевых направлений сливаются воедино. Во-первых, легкий, романтичный флористический принт, он усиливает вашу женственность. Атмосферу легкости также подкрепляет сетчатое, именно основное полотно. Но чтобы сетка не была слишком прозрачной, здесь у нас идет сразу по факту два платья. То есть посмотрите, насколько нежная, такая интригующая сетка, которая будет добавлять такой легкий вектор пикантности образу. Но чтобы не переборщить, у нас излишнюю прозрачность закрывает именно подкладочное платье. При этом, смотрите, я хочу, чтобы вы понимали, что такое платье, оно вас будет выручать, например, если вас куда-то пригласили на торжественное событие. Добавьте ювелирных украшений, обувь на каблуках, вы королева этого вечера. Хотите отправиться в нем на работу? Без каких-либо усилий вы стилизуете платье, например, любимым жакетом или жин. Как вариант, из часа можно взять водолазку Дафна. То есть оно может быть абсолютно разным 7 дней в неделю. И очень актуальная цветовая палитра грядущего и текущего осенне-зимнего сезона. Изумрудный, бордовый цвет, очень такой глубокий. Хочется рассматривать эту деликатную флористику. Синий цвет также сегодня представлен в коллекции. Я, кстати, рекомендую вам, если вы пока не готовы к цвету, остановиться на черном, самый классический и нейтральный. А для себя в прошлом часе выбирала фиолетовый. Ну, а я выбираю зеленый прямо сейчас. Вы знаете, обожаю изумрудные оттенки. Сразу глаза как-то по-особенному загораются зеленым огоньком. Так вот, для вас сегодня платье на любой вкус и цвет. Я выбираю платье с поясом, добавляю, вернее, пояс в платье. Платье идет без пояса. И что мне нравится, что оно идеально сидит по фигуре. Если пояс убрать, посмотрите, сколько свободы здесь остается. Это нереальное платье, которое дает свободу движения, которое при этом идеально подчеркивает красоту фигуры и абсолютно не колется, а наоборот мягко, нежно обнимает. Итак, внимание, у нас к этому часу на платье действует дополнительная скидка 500 рублей. То есть у нас цена с самого утра была 3999 рублей, а сейчас 3499. Эта цена только сегодня от бренда Бенитро-Бени в честь новинки действует. И размеры от 46 до 68. Елена, подскажи, как выбрать размер, чтобы вот так же вот идеально сидела на наших красавицах. Здесь мы обеспечиваем себе максимально безопасную дистанционную покупку за счет сдвоенной размерной линейки. Это всегда именно фирменный стиль бренда Бенитро-Бени. То есть мы выбираем свой основной и в пару к нему на размер больше. 50-52 выбрала для себя наша модель Ольга. Смотрите, как струится платье по телу. Нет нигде намека на какое-либо облегание. Свобода идет по бедру. Это всегда важно, если у вас, например, нижний тип фигуры. Также достаточно глубокая здесь пройма. Девчонки, снимите кто-нибудь буквально на мгновение либо пальто, да, вот, либо кардиган, какая здесь пройма, чтобы как раз наши телезрители посмотрите, могли разглядеть. То есть и заметили, что рукав, он тоже не облегает зыбкую зону, а наоборот свободно скользит, делает ваш силуэт более хрупким и полностью превращает проблемную зону в ваше достоинство. Усиливается хрупкость еще и за счет того, что кисти открыты. Это всегда делает акцент еще и на тонкой талии. Здесь, кстати, отрезная линия талии всегда очень наглядный прием, если у вас, например, прямой тип фигуры и талия от природы не ярко выражена. Это правда, и талия всегда законодательница моды. Я проходила у нас в Москве, видела итальянский магазин. Платье, конечно, сразу в цветочном принте, но цены совершенно другие. И мы понимаем, что действительно их разбирают, потому что они очень модные. Неужели все выбирают для себя осень-зима именно платье с цветочным принтом? Ты знаешь, вот я хочу как стилист отметить, что флористический принт, он не имеет понятия сезонности, но почему-то особенной любовью дизайнеры к нему проникаются именно в осенне-зимний период. Видимо, чтобы продлить ощущение легкости и женственности, ну да, каждой модницы. Лето закончилось, а мы продлеваем его уютным, теплым, красивым.
красивым платьем, которое не холодит, которое идеально будет смотреться и с вашими сапогами. И, конечно, вы будете чувствовать себя как настоящая звезда, потому что и у нас настоящая звезда, амбассадор телеканала Шопеншоу, наша любимая Наташа Булькина к нам приехала. Наташенька, здравствуй. Ты законодатель моды. Всегда на тебя смотрят и говорят, а что на Наташе было надето, какой у нее был наряд. Скажи, как ты оцениваешь это платье? Мне очень нравится это платье. Действительно, ты показала возможности того, что можно надеть пояс, да, можно надеть сюда, допустим, какую-то, так сказать, не просто поясок, а, допустим, золотистая, да, какая-то, как правильно сказать, цепочка, да, вылетела из головы, извиняюсь. Вот, тоже будет очень красиво. И просто вот такой свободный силуэт, как у меня сейчас, который не подчеркивает талию, а наоборот, да, дает такое свободное падение, как бы сглаживает. Ой, и очень женственно, очень элегантно летящий. Тут, мне очень нравится, красиво, правда, очень красиво. Зеленый, и тебе тоже изумительно, к твоим глазам. Ты темно-синий, да, выбрала для себя? Да, я выбрала вот сейчас темно-синий, я выбирала между фиолетовым и темно-синим и решила все-таки взять темно-синий. Цвет потому успеха, что, да, и ты знаешь, на нем ярче смотрятся розы эти, да. Наталья, мне кажется, так можно отправиться, например, на красную дорожку какого-нибудь светского благородно мероприятия. Благородно смотрится платье, образ, да? Настолько смотрится гармоничным, да, завершенным. Вы как раз стилизовали его именно на выход, добавив просто ювелирное украшение и изящные лодочки. Слушайте, правда, хочется, правда, танцевать в этом платье. Оно смотрится настолько элегантно, настолько дорого, благородно. Вот он, изумрудный цвет, мой выбор. Бордовый у нас есть цвет, можете также его забрать. Такой опьяняющий цвет синий, как раз выбор Натальи Гулькиной, которая выбирает для себя цвет успеха. Есть у нас цвет черный. Черный, всегда прав говорила Коко Шанель, это акцент именно в вашем гардеробе, классика, которая никогда не выйдет из моды. Фиолетовый цвет творчества. Выбирайте. Мы получили дополнительную скидку, но только на один эфир. В честь премьеры новой коллекции бренда Бенитро Бини 3499 рублей.